Футбольный Енисей остался без главного тренера и директора. Алексей Вахов ушел в отставку. В клубе подтвердили информацию, кто займет его место, пока неизвестно. По предварительной информации, Вахов уходит по собственному желанию. Якобы он решил заняться развитием собственного бизнеса. Он является основателем Академии спорта «Я чемпион». Напомню, до этого Вахов занимал пост директора клуба, но в конце января стал главным тренером. Причиной такого кадрового решения стало отсутствие специальной лицензии у главного претендента на этот пост Вадима Гаранина. Главная цель – выход в премьер-лигу была. К летнему перерыву мы подошли на 4-м месте в таблице, но развить успех осенью не получилось. В стыковых матчах Енисей проиграл в сухую и дома, и на выезде. Новый футбольный сезон начнется меньше, чем через неделю, и пока в клубе не дают информацию о кадровых решениях и формировании команды.